К 2026 году в Башкортостане будут выпускать пищевые продукты на 200 миллиардов рублей. В 2020 году этот показатель составил 82 миллиарда. Об этом на заседании Президиума правительства сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Сейчас в регионе реализуется концепция развития пищевой перерабатывающей промышленности. Рассчитана она на 5 лет. До 2024 года планируется увеличить количество инвестиционных проектов в пищевой отрасли в 6 раз и создать в регионе 42 предприятия за 50 миллиардов рублей. В результате появится более 4000 рабочих мест. Выручка предприятий составит 60 миллиардов. За последние 4 года в республике реализовано 7 инвестпроектов на 3,5 миллиарда рублей. Создано более 600 рабочих мест. Выручка вновь созданных предприятий составила 10 миллиардов рублей. У нас работают такие крупные компании, модернизированная группа компаний «Сигма». Это «Чишминская» и «Элеватор». Значит, они производят подсолнечное масло, рапсовое масло. И вот смотрим мы варианты производства льна. С нуля построен «Уфа-Гурмалзавод» на Холдобоне Строганов. Значит, на проектную мощность вышел УК «Трасс Петербургские активы», это Благовещенский, ну а также Мелебеевский молокомбинат. Реализация концепции также позволит увеличить количество производств с 1000 до 3000. Напомню, в 2020 году индекс производства пищевых продуктов в республике вырос на 4,5%, что на 1% выше общероссийского показателя. Всего пищевики республики отгрузили продукции на сумму 102 миллиарда рублей, что на 4% выше уровня 2019 года.